Увлечение кайт-серфингом чуть не стоило жизни молодому человеку. Спортсмен не учел силу ветра, не справился с парусом и оказался в ледяной воде. Все бы ничего, но к парусу он пристегнут стропами, а прямо на него в этот момент шла баржа. Трагедия не случилась благодаря оперативным действиям спасателей. Анна Городнова продолжит. Примерно так. Он катался на кайте один. То ли потерял ориентацию в пространстве, то ли не справился с парашютом, но упал в ледяную воду и самостоятельно выбраться не смог. Его вытянули концом Александрова и на лодке доставили на берег. Из-за резкого падения ветра он у нас остался на судовом ходу. Создалась угроза жизни для него. Оперативно выехали два спасателя на моторной лодке, которая у нас здесь находится на берегу. Он был, мы его подобрали, все привезли на берег. Лишиться жизни спортсмен мог сразу по двум причинам. Из-за баржи, которая в этот момент шла прямо на него, и переохлаждение. Угроза жизни, потому что температура воды пока критическая. Даже 12 нет. И нахождение больше 15 минут в воде ведет к резкому переохлаждению и остановке сердца. Спасатели среагировали максимально быстро. На всю операцию ушло менее 8 минут. От медицинской помощи отказался за ненадобностью. Анна Городнова, Наталья Лушникова, Рафаэль Ракипов, вызов 112.